89-летний лежачий мужчина в Тирасполе на Федько остался один в закрытой квартире и уснул с непотушенной сигаретой. Дым увидели соседи, они вызвали пожарных. Когда пожарные через окно попали в квартиру на 4-м этаже, пенсионер уже хрипел на полу. Одно звено у нас поднялось по выдвижной лестнице, это оказалось быстрее, чем вскрыть дверь. Помещение было сильно задымлено, пострадавшего нашли возле дивана, вот здесь он лежал. Издавал хриплые звуки. После вскрытия двери мы сразу вытащили пострадавшего на свежий воздух в подъезд, где его уже ждали сотрудники скорой. С отравлением продуктами горения и ожогами мужчину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.